Чтобы разместить все работы, не хватило места даже в Центральной библиотеке имени Леонида Соболева. Именно туда в течение полутора месяцев свои рисунки на космическую тему несли дети из 40 учебных заведений Невского района. Все работы талантливые, все представляют интересы, все они как бы показывают и знания, и литературу о космосе, и вообще знания проблематики, истории освоения его. Более 300 рисунков, поступивших на конкурс, оценивались в двух номинациях – «История освоения космоса» и «Космические фантазии в литературе и искусстве». Причем победителей оказалось так много, что члены жюри присудили сразу несколько первых, вторых и третьих призовых мест. Главная, конечно, наша задача – это патриотическое воспитание, чтобы дети знали свою историю, чтобы дети понимали, в какой стране они живут, в каком городе они живут, и чтобы чтили, уважали и гордились своей страной. Большая праздничная программа к 50-летию первого полета в космос включала и выступление творческих коллективов, и демонстрацию фильма о Юрии Гагарине. А победители конкурса рисунков получили в подарок книги и грамоты.